Юбилейный хоккейный турнир памяти подполковника Романа Клиза прошел на ледовой арене Уссурийска. За кубок победителя соревновались 5 команд из разных регионов Дальнего Востока. Хабаровского края, Сахалина, Камчатки, Амурской области, Приморья. В церемонии открытия участвовали в Рио губернатор Андрей Тарасенко, глава Уссурийска Евгений Корж, начальник управления ФСБ Игорь Стручков. Как и в прошлом году, победителем стала сборная из Амурского края. Второе место у команды из Камчатки. Третье – у Приморья. Роман Клиз был одним из основателей хоккейного движения во Владивостоке, играл в составе клуба «Метеор». Подполковник погиб в 2008 году при выполнении боевой задачи на территории Ингушетии. Впервые памятный турнир провели в феврале 2009-го. В 2017-м именем Романа Клиза была названа «Ледовая арена» в Уссурийске. У каждого в сердце находится часть моего папы. Никто пока что не забывает его, своего друга, как друга, как товарища. То, что находится с ним плечом к плечу и никогда его не покидает.